Я уже говорил, повторюсь, хочется извиниться перед болельщиками за этот результат, с чего он складывается. Мастерство наше, в первую очередь, реализация, плюс мы очень мало забивали в последних турах, плюс сегодня мы, скажем так, еще и сами себе забили. Вот с этого сложился результат. Понимаете, одним объемом, одним желанием, одним фитнесом тяжело кого-то обыграть. Как из этой ситуации выходить? Ну, сложно сказать. Есть один вариант. Стать сзади, обороняться, держать этот ноль и выбегать в контратаке. Но я так не хочу. Но, к сожалению, для того, чтобы атаковать позиционно, да, сегодня мы там понимали, что Шахтер будет низко обороняться, пытались бить, искать моменты для удара даже с дальней дистанции, но не получилось. Уважаемые журналисты, ваши вопросы? Ну вот Шахтер, образно говоря, сегодня как раненый зверь, все-таки минус очков, подвал турнирной таблицы, а, как известно, раненый зверь, он очень опасен. Вот если все-таки что не хватило Гомелю? Да вы знаете, раненый зверь. Этот раненый зверь, он раскрепощен. Он не боится играть в футбол. Мы тоже проиграли. Проиграли последний тур, не по делу абсолютно. Мы тоже хотели реабилитироваться. Мы, тем более, игра дома. Но я уже сказал, чего не хватило. Хватило реализации. В первую очередь. В первом тайме было достаточно моментов, во втором. Шахтер сегодня выиграл в первую очередь за счет реализации. Концентрации что-то не хватило. Да, ну второй гол — это глупость полнейшая. Это, конечно, это сложно комментировать. Мы должны были уходить в контратаку, вместо этого мы забили сегодня. Еще такой вот вопрос. Какая работа проводится с линией нападения? Если посмотреть последние 7 туров, то если не забивает ФГ, то никто и не забивает. Один нападает. Я вам скажу больше, вы можете взять все наши игры, начиная с января, с предсезонки. У нас забивает или ФГ, или кто-то еще, но не нападающий. Вы думаете, мы не работаем с нападающим на завершение? Мы работаем. Ясно. Спасибо. Еще есть вопросы? Константин Семенович, благодарю вас.